Международная ярмарка технологий обороны и безопасности IDET относится к крупнейшим мероприятиям своего рода. Такие мероприятия проводятся в странах-членах НАТО. В торжественном открытии ярмарки приняли участие гости из многих стран. Также присутствовали высшие представители чешского правительства и Министерства обороны. 500 экспонентов со всего мира представили здесь свои экспонаты. Посмотреть на некоторые пришло несколько десятков тысяч специалистов. Естественно, на такой ярмарке не могли не присутствовать те, кто в оборонной и других родственных отраслях промышленности занимают значительную позицию. К таким фирмам, несомненно, относится общество Тонер. Со вкусом и интересно оформленный стенд этого общества представил образцы широко известной и зарекомендовавшей себя продукции, а также новые изделия. Общество Тонер – это изготовитель качественных столовых приборов с глубочайшей традицией. На ярмарке IDET были представлены главным образом необычные полевые приборы класса Люкс Арми, которые входят в экипировку не только армейских корпусов и корпусов безопасности, но и многих искателей приключений, а также туристов. Акционерное общество Тонер – это всемирно известный производитель столовых приборов. Производство было 140 лет назад основано господином Бибусом. А мы продолжаем его развивать. Мы являемся единственными изготовителями такого ассортимента в Чешской Республике и в Словакии. Одновременно с нашим постоянным ассортиментом, то есть со стандартными столовыми приборами, производим и приборы с универсальным применением в полевых условиях. Изготавливаем и поставляем их по заказу чешской армии, германского Бундесвера. После участия в ярмарке IDET у нас появились армейские заказчики и из других стран. Нашу продукцию приобретают для того, чтобы военные в полевых условиях могли пользоваться качественным прибором, а не алюминиевым заменителем. Прибор состоит из четырех частей – специально легированных, закаленных и полированных. Прибор складной и универсальной применения. Прибор фирмы Тонер – складной, а также универсальный в применении. Совершенно новым изделием в производственной программе общества Тонер являются передвижные водоочистные установки в различных вариантах исполнения. Воду для этих очистных установок можно брать из любого источника, например, из реки, из пруда или из потока. В воду опускают шланг, из которого вытекает от 20 до 60 тысяч литров воды в час, в зависимости от типа установки. Небольшие передвижные водоочистные установки не нуждаются в источнике энергии, так как оснащены батареей. Вся эта установка весит 30 кг, поэтому установку можно легко переносить на спине при помощи лямок. Кроме того, общество Тонер производит водоочистные установки в контейнерах в различном исполнении. По мнению присутствовавших на ярмарке специалистов, в каждом более-менее крупном населенном пункте или фирме на всякий случай должна быть такая установка. Климатическая ситуация в настоящее время такова, что в любой момент установка может оказаться нужной. Питьевая вода и энергия – вот чем в первую очередь должны быть снабжены люди. Чем запотребить засоби обывательства. Поздравляем общество Тонер с прекрасной презентацией на ярмарке и желаем дальнейших деловых успехов.